Один из лучших парикмахеров Москвы приедет в Барнаул. С 13 февраля в школе парикмахерского искусства Людмилы Тарасовой он проведет несколько мастер-классов. Максим Лазарев – топ-стилист Центра красоты «Долорес», тренер сборной команды России. В течение 3 дней он будет обучать специалистов из Алтайского края, Кемерово и Новосибирска. 20 учеников пройдут курсы теории и практики. В общей сложности около 30 часов. Их обучат новым техникам стрижек и укладок. Очень долго, 2 года я пыталась, чтобы он сюда приехал. Наконец-то мы нашли, у нас совпали наши даты, когда мы можем его принять, когда он может приехать. И я очень рада, что он будет в нашем городе, потому что Максим – это профессионал, который работает со звездами, очень много работает на фэшн-съемках, работает для журналов и работает и в салоне, то есть живым клиентом.